Добрый вечер. Чи день. Доброе время суток. Да, вот так лучше сказать. Посмотрел только что видеоролик там. Парень со спичками трюки показывает. Ну, типа фокусы. Ну, и вспомнил, что я ж тоже в детстве когда-то научился одному трюку. Лет 10 мне было, наверное, там. Вот, со спичками. Во дворе. Кто-то мне показал, уже не вспомню кто. Вот этот трюк я по жизни периодически где-то кому-то показывал. Да, удивлял людей, смешил, так сказать. Не знаю, может кому-то интересно будет. Я покажу этот трюк, понравится, не понравится. А потом секрет его расскажу. Но и будете там показывать людям. Мы берем спички. Две штуки. Все, больше нам не надо. В сторону. А, трюк называется, короче, сумасшедшая спичка. Вот. Берете спичку. Так. Вот таким образом. И устанавливаете. А вторую спичку просто ложите на нее. Вот так. Вот. И смотрите. И... спичка становится сумасшедшей. Он падает ее постоянно. Ой, не знаю, как-то освещено не так, да? И он начинает прыгать. Не знаю, как-то на видео не так. Но она прыгает. Опять ложим. Опять показываем. Да. Вот такая вот спичка. Сейчас я вам еще ближе покажу. О. То есть, о. Смотрите, лежит. Да? Начинает прыгать. Оживает, короче, спичка, да, каким-то живет. Своей жизнью. О, все. Вот такой фокус. Теперь могу рассказать его секрет. Ну, ему лет 40, который я знаю, еще ж до меня, наверное, лет 100. Этот фокус, кто пок... кто-то показывал. Берем вот так спичку, да? Вот она. Двумя пальцами зажимаем. Изгибаем так. И ложим ее вот на этот средний палец. Знаете, fuck you. Да. Вот сюда на этот ноготь прижимаете. Вот. Вторая спичка вообще не задействована. То есть вы работаете вот этой правой рукой, там, или кто левша. Это просто вы ее держите, чтобы она, ну, равновесие, чтобы она не падала. И начинает эту спичку поднимать. Оп, незаметно, да, что произошло. Я вот этот, по ногтю его начинаю вот так поднимать вверх. Поняли? Вот так. Прижимаю к ногтю и кверху его цей. И она так рывками начинает ее подбрасывать. Смотрите внимательно. Оп. Незаметно, правда? Правильно, вот, вот она прыгает. Люди смотрят на эту спичку. Она на чем лежит, они же не смотрят. Наверное, так помалу, в принципе, не так-то и заметно. Но я сейчас до конца буду ее. Вот, чтобы вы поняли, что спичка перемещается. Вот такой фокус. Всего вам лучшего. Развлекайте детей, кумовьев, знакомых. Всего вам хорошего.